друзья. Это сувенирная лавка, довольно крупная. Вот. Продают тут шварское оружие из чонты, очень твердого дерева, затупленное. В принципе, может быть в любой момент весьма опасно. Вот. Более современный вариант коротких копий. Чем они тут? Или вот за 4,50. Местная керамика, более цивильная, более примитивная, всего за доллар такой горшочек, слегка обожженный. Вот. Это все вырезано из бальзы. Бальсовое, очень легкое дерево, растение какой-то, банан, 120 баксов. Какого-то хищника вырезали. Хочу показать смех энтомологии или ужас. Копия покрупнее.